Томат шоколадный мармелад. Это сорт моей селекции. Плоды круглые, синие, с желтым. Кусты высотой 40-45 сантиметров. Лист темно-зеленый, мощный, не болеет. Этот сорт мы не обрабатывали никакой химией. Как видите, никаких болезней нет. Вот так вот они висят на кустиках. Вот они. Вот. Давайте посмотрим на плоды поближе, на мякоть и на их вес. Вот такой вот. Сто два грамма. 101. 101. Средний вес 100 грамм. Вот я разрезал. Мякоть у него желтая. Многокамерный. Вот смотрите на солнышке. Такой вот. И мякоть. Вот такой вот интересный сорт. Вкус необычный. Сладкий, с небольшой кислиночкой. Такой кислинкой томатной. Очень вкусные консервированные. Не болеют. Выдерживают жару, засуху. Как видите, плоды не растрескиваются. И прекрасно растут на любых почвах. Я уже 2 года распространяю этот сорт. Растет он уже во всех регионах нашей страны. Везде показывает хорошие результаты. Люди довольны. С удовольствием сажают и выращивают этот сорт. Мне он нравится своей красотой. Необычный такой. И вкусом. Еще его можно не подвязывать, так как кусты высотой около 40 сантиметров. Их можно не подвязывать. Они успеют отдать урожай до вспышки фитофтора, если будет лежать на земле. Ну, плоды такие плотные, поэтому они не будут растрескиваться, загниваться. Если будут дожди, они будут лежать на земле и спокойно себе дозревать. Хорошие они транспортировки, можно возить на дальние расстояния, ну и за плотности. Также они долго лежат в сорванном виде, до 2 недель хранятся. Хорошая плотность. Посадите и попробуйте такой сорт. Рекомендую.